Возьмите справку в горисполкоме, а потом завезите в районную администрацию. Теперь брещанам не придется ездить из одного конца города в другой, ведь в городе над Бугом заработала объединенная служба «Одно окно». Мы сегодня торжественно открываем прекрасное здание службы «Одно окно». Властью города очень правильно подобрано месторасположение, потому что центр города отличается развитой транспортной инфраструктурой. И любому гражданину города Бреста очень удобно и комфортно добраться в одно место, где ему окажут профессиональную консультацию. Ему не нужно думать, может быть, это администрация Ленинского, Московского, либо служба горисполкома. Есть один адрес, где ему ответит на любой вопрос. Также надо сказать большое спасибо нашим строителям, которые с комфортом, в сжатые сроки, с, как говорится, всеми IT-технологиями внедрили службу «Одно окно». Хотелось бы отметить также, как город Упс, наш первого заместителя директора Шпоку Виталия Николаевича, поблагодарить за контроль этого строящегося объекта с помощью, конечно же, и областной власти, и министерства, и Главного управления облсполкома. Сегодня через службу «Одно окно» можно подать заявление по 198 административным процедурам. Самыми востребованными вопросами, с которыми обращаются брещане, остаются жилищная политика, архитектура и строительство, а также общественное питание и торговля. Мы организовали единую службу «Одно окно» для граждан для подачи заявления по административным процедурам, так как основной целью создания службы «Одно окно» является единое место подачи заявлений по административным процедурам, что, собственно говоря, мы и постарались реализовать. Гражданами на данный момент данный комплекс воспринимается очень положительно. Вчера у нас было около 250 человек. Мы не ожидали такого спроса в первый день, но все вопросы постарались максимально быстро решить и планируем работать так дальше продуктивно. Сотрудники службы также предоставляют услуги по бесплатной консультативной помощи по вопросам подготовки документов, необходимых для осуществления административных процедур, а также помогают подготовить эти документы. Специалисты отмечают, что в новом здании работа пойдет куда быстрее, качественнее и с комфортом для горожан. Очень хорошо технически все оснащено. И компьютер новый, и техника новая, и канцтовары новые, и рабочее место замечательное. «Одно окно» теперь работает по адресу улица Маяковского, 6. В объединенной службе теперь работает система электронной очереди, а одновременно специалисты могут принимать до 20 человек. Ну, мне очень нравится, он просторный, светлый, наверное, все понятно за счет того, что электронная система талонов. Мне ему нравится. В данный момент да, поскольку у меня стала многодетная семья, и мне пришлось обращаться вот последний год часто. Здесь мне очень нравится. Думаете, будет быстро работать? Ну, я думаю, что да. Здание обновленное, конечно, очень красивое, но будет доступно людям, будет хорошо здесь людям работать комфортно и нам, как посетителям, приходить сюда. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.